Выбирая родильный дом, каждая женщина основывается на том, кто работает в этом родильном доме. И в основном всегда идут на врачей, на медсестер, на акушерок. То есть врач, акушерка, медсестра, ну, любой медицинский работник должны быть, скажем так, профессионалами своего дела. На первом месте всегда стоит профессионализм. И чаще всего женщины за этим и идут. Не для всех важно, допустим, какие-то условия особые, да, там 4 звезды, 5 звезд. Это не отель. Основная задача – это чтобы был рожден здоровый малыш, с мамочкой было все хорошо. Ну, и как уже второстепенно, это уже комфортные условия. Все родильные дома, конечно, они отличаются степенью своей комфортностью, опять же, отличаются персоналом, который там работают. Вот поэтому, когда женщина, если забегать к первому вопросу, то она, опять же, должна, в принципе, выбирая родильный дом, прежде всего, учитывать вот эти факторы. Любой современный родильный дом, он, опять же, ориентирован на пациента. Основные наши пациенты – это мама и ее ребенок. Должно, по крайней мере, во всех современных родильных домах быть современное медицинское оборудование, отвечающее всем современным требованиям. Первый момент, то есть, чтобы оказать полную квалифицированную помощь как мамочке, так и ее ребеночка. Это что касается именно медицинского оснащения. Второй момент, опять же, это создание комфортных условий. То есть женщина не должна воспринимать родильный дом как медицинское какое-то учреждение, как больницу. Вот. А здесь создаются условия комфортного пребывания, практически домашней. И цель современного родильного дома именно стремиться к этому. То есть мама должна с ребенком быть как дома. Поэтому семейно ориентированные технологии, это партнерские роды, так называемые, имеются комфортные палаты, да, то есть они по типу, как называют, ну, большая семья, то есть имеется палата непосредственно помещения для мамочки с ребеночком, имеется помещение для ее родственников. Свободное посещение сейчас родственников вот, после родов и как женщины, так и самого ребеночка. То есть основное условие – это домашнее.